Вы на канале Артём Лайв. Кто смотрел наши прямые эфиры, мы в будинке игрушек покупали вот такие вот два огромных лола золотых. И все, пришло две штучки, мы их забрали сразу же. Нам повезло. Как оказалось, это дефицит. Еще мы купили лолы конфетти. Так что в ближайшие дни будет несколько серий. Смотрите до конца, подписывайтесь на канал Артём Лайв. Ну что, начинаем распаковочку? Да! Ну, решили, конечно же, поснимать и всем показать, что же в них такого замечательного внутри. Там есть целых 50 сюрпризов. Вы только себе представьте, 50! Ну, а каких мы сейчас узнаем, да? Да! Так, первые 10 сюрпризов. Так, ну что, ребята, давайте откроем шарики. Да! Давайте доставайте. Лене белые. Вот беленькие. Артемки золотые. Сынок, зажи сюда шарики. Будем сейчас смотреть, что мы. Так, мы распечатали вот с Артемкой. Леночка помогала этих 10 шариков. Первый слой. И нам попались вот такие украшения. Мамуль, покажи ближе. Тут вот есть ролики, ботики, такие разноцветные юбочки, блестяшки, кофточки, шортики, украшения такое. А в одном шарике у нас ничего не было. Попалась только одна пластмассочка, на которой должно было что-то быть. Наверное, на заводе забыли положить. Ну что, распечатаем следующий слой? Да! А следующий слой у нас 5 бомбочек-шипучек. Да. Папа сейчас наберет теплую водичку, и мы посмотрим, как они шипят и какие там украшения будут. Ребята, в большом золотом лоле следующий слой состоит из 15 сюрпризов. Это 5 бомбочек физ-шипучек. Мы их поделили. Два Леночки, два Артёме и один маме. Да, это такие шипучки, на теплая водичка. Открываем шипучки. Да. Давайте, открывайте, там есть замочек. Там нам заново мишка. Шармик. Да. Аккуратненько давай, чтобы брызгов не было. Аккуратненько. Дима. Потихонечку. Раз. Второй шарик у нас попался такой вот фиолетово-бирюзовый. Мы сейчас водичку поменяем и тоже посмотрим, как он шипит. Да. А в третьем шарике нам попалась вот такая вот коронка, что-то с птичкой такой вот золотой. Это что-то куда-то клеить. Мы сейчас их разложим и разберемся. Давайте посмотрим, что вот это за украшение. Это вот пицца-наклеечка. Леночка, я тебе помогу наклеить аккуратненько, чтобы красиво было. Это я на ручку приклеил. Так, давайте еще найдем. Давай, четвертый шарик, что в нем? Да. Так, а что тут за наклеечки такие нам попались? Не знаю. А давай посмотрим. Да. Ну, давай. А что там? Тут тоже пицца. 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 И какая-то татуировочка с бриллиантом. Да. Давайте посмотрим, что тут попалось. Какие наклеечки. А что это? Это что-то для фотоаппарата, наверное. Это когда мы их будем фоткать, вот такая фоточка будет получаться. Розовый один. Как прикольно шипит. Нравится, Артём? Давай сейчас посмотрим, что там получится, и бросим еще туда розовый. Уже победила! Давай ты собак. Это такая туалетная водичка, спрей такой. Да. Это наши звездочки, перед тем, как идти гулять, они будут шикать себя духами такими, да? Да. Так, вот он наш третий шарик. В третьем шарике нам попалась тоже пицца, и мы клеим на нее наклеечку. Значит, какая-то куколка у нас будет с молниями. Проявляться молния будет в теплой водичке, а в холодной... В холодной появится что-то на куколке. А когда в теплую воду опустим эту же куколку, то цвет пропадет. Давайте, ребята, бросим два шарика разноцветных и посмотрим, какой будет цвет. Давайте проведем эксперимент. Давай, Артемка, этот бросай, а ты этот, Лену. Ты что, больше? Да, бросай бомбочку. Ой, на еще. Сейчас посмотрим. Что же там у нас получится? Давайте, Нигин. Я не знаю. Какая-то камушек и звездочка. У нас рок-звезда. Так,
Феечка, что умеет делать куколка? Ну, давай, Артемка, доставайте, распечатывайте, что там попадает. А вы посмотрите, что у вас попалось там сначала. Ну, давайте бомбочки, водички. Папа, чтобы водичка вам не мешала. Наверное, фотоаппарат наш. Там еще кто-то. Фотоаппарат, да? Это Шошка. Иваночка, да? Иваночка. Ребята, давайте наклеим на фотоаппарат снимочек наших звездочек. Вот когда мы будем фоткать их, вот получится такая фоточка. Видите? Это такой вот полароид. Это мы сделали фото наших звездочек. Давайте посмотрим, что в пакетиках. Давай. Ленуль, я тебе покажу, а ты расскажешь. Помогу, держи. А там совсем не фоточки. Да, я тоже кашу. Давайте посмотрим, что же в шарике. Какая куколка нам попалась. Тебе не замучить, Полина. Ой. Тут еще сюрприз под последним слоем. Вау. А там тут такая это. Нет, не это. Вот. Ну, как красотка нам попалась? Я не знаю. Какая же красотка нам попалась? Вау! Мама, покажи всем. Смотри, какая пупсиха. У нее разные глазки. Сейчас, когда распечатаем все шарики, покажем, как она меняет цвет холодной и горячей водички. Да? Давайте мы ее оденем, а то она замерзла. Платьишко оденем. А у меня холодно ножки тоже. Холодно ножкам. Так, давай обуем ее. Чтобы было холодно ножкам. Вот и ботики обули. Опа. Какой цвет, Артем? Ботики. Пинк. А сарафанчик какого цвета? Ну. Молодец. Давай дальше вот такой. Ну, давайте такой. Супер. В большом Лоле куколки-звездочки, это 7-я серия. Так, что у нас тут под первым слоем? А я хочу камушек и звездочка. Пакетки. Целая куча пакетиков сюрпризов, да? Ну да. Ну, давай, открывай. Помогай папе. Нет, ты пакетики открывай, Лена. Ой, у мамы сердце. Закрывайте глаза. Детки, закрывайте глаза, да? Какая бутылочка красивая. Угу. Артемка, давай посмотрим, что нам попалось. Тяни. Тяни, сынуля, вот за хвостик. Смотрите. Ой, какой красивый! Ой, какая звездочка! Давайте ее теперь обуем. Давай, вот папа. Привет, ребята! Подпишитесь на канал Калинс Лайф, Леночки. Поставьте лайк, напишите комментарий. Вот такие две сестрички старшие. А давай дальше. Дальше давайте этот давай. Давай ты закрывай глаза. 1, 2, 3, 4. Она же маленькая. Шарик внутри вот такой вот. Какая куколка у нас попалась. Да? Артемчик, давай открывать с папой. А я нашел такую вот цепочку, можно сделать такой брелочек вот для этого шарика. И там куколку носить, чтобы она не потерялась. Давай помогу. Вот она подглядывает за всеми подписчиками тут из сумочки, да?
А ты подписался на наш канал? Давайте посмотрим, кто тут нам попал. 4 пакетика, Артемка сразу говорит. 4, да? 4, да. Открывай. Вот тебе маленький, Леночке большой. Ну а папе-то что достанется уже, да? А тут есть специальная штучка такая, видишь? А, смотри, сестричка какая-то. А, не там и там, а сестричка с розовым. Привет, мама, привет. Нет, это не мама, это сестричка. Ну, не сестрички, а у нас будут мама и дочек. Да? Открой. Леночка откроет, она умеет уже. Куколка меняет цвет в холодной воде. Горячую потом вернешь назад, цвет пропадет. Вот мы налили вот в этот, в эту емкость холодную воду. Льда у нас нету. Папа не наморозил. Вот мы опустили куколку. И там зеленая нога. Опа. Ой. Все видят? А теперь опускаем горячий. Давай. Вот и все. Прикольно? А у нее должна только одна нога краситься. Ну да, одна ножка красится. Что она, не, что она еще должна делать? А давайте другую куколку попробуем. Там давай. У нее дырочки возле глазок. Может, она может плакать? Мы набрали водичку, вот нашу поилочку. Сейчас напоим нашу куколку. Посмотрим, как она плачет, да? Ну, давай. Она вообще у нас счастливая звездочка, но она плачет, она у нас от радости. Бывает. Ну что, Ленун, на пробуй. Ой. Вот это слезы ручьем. Хочу гулять. Хватит тут надо мной проводить эксперименты. Я хочу гулять. Ну что, куколки, давай? Будем фоткаться, да? Артемка, будем фоткаться? Давай, я тебя научу фоткать куколок. Нажимай на кнопочку вот. Подожди, мы с Артемкой сначала сфоткаем. Артемочка, нажимай на фоточку. На кнопочку, давай. Вот фотка получилась, видишь. Ребята, ну нам понравилось распаковывать огромный лол. Это очень приятное удовольствие. Там очень много различных игрушек, аксессуаров. А в следующих сериях вы увидите лолы конфетти, мы для вас вот специально приготовили, там вот они лежат, видите? И еще один большой лол у нас есть. Ну а что папа еще купит, вы потом узнаете в следующих сериях. Ну что, Артемка, будем говорить всем пока-пока? Говори всем ребятам пока-пока, подписывайтесь на канал Артем Лайв, там есть красная кнопочка, нажимайте ее и пишите Артемчику комментарий. И вы забыли на колокольчик. А колокольчик нужен, чтобы вы знали, когда выходят наши новые серии. Всем пока-пока! Пока-пока, Маша. Подписывайся на наш канал, смотри новое видео. Пока-пока!